Ревізор в Обухові – это кафе «Чудо-печ». Закусочна «Чудо-печ» знаходиться просто біля центрального ринку. Місце досить популярне, бо пропонує і комплексні обіди, і кавказьку випічку, щоб перекусити на швидкоруч. Перевірте, будь ласка, кафе «Чудо-піч» в Обухові. Там смачний шашлик, а от випічка буває не свіжа. Здрасте. Здравствуйте. Одразу на кухню. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Абрамов, я ревизор. Это я знаю. А как вас зовут? Светлана. Светлана, очень приятно. Я к вам на кухню. Да вы что? Самое так. Честно говоря, мы только открылись. Как давно вы открылись? 2 месяца. Что у вас самое вкусное? Нам писали, что у вас шашлыки великолепные. Одуренные шашлыки. Одуренные? Да. Вы жарите? Нет, я не шашлычная. А вы что делаете? Я делаю хачапури, я выпекаю лавашин. Да? Да. Как интересно. Давайте я буду у вас осматриваться. Вы мне сразу, Света, скажите по-честному, стикеры есть? В каком плане? А вы имеете, а там же отметка. У меня она покупается каждый день. У меня не лежит там в продукции. Стикеры есть? Нету. Все понятно. Принаймні чесно. На плите стоят, как у многих хозяек дома, кастрюли в цветочках. Это что такое? Это подвижа. Лежит вареная картошка. Когда ее сварили, неизвестно. Кастрюля уже холодная. Она только сваренная утром. И чому вона не в холодильнику? В третьей кастрюле вместе с половником рассольник холодный. Я достала с холодильника. И сейчас у меня было 3 порции бизнес-ланч. Так, а надо сейчас назад поставить холодильник. И когда вы это сделали? Рассольник. Все, вот и рассольник, и подливы. Значит, подлива сегодня утром. Это вчера вечером. И вчера вечером буквально это. Хорошу память маєте, але наявність стикерів ніхто не відміняв. Здрасте. Здравствуйте. А вас как зовут? Меня Оксана. А вы кем работаете, Оксана? Официанта. Я понял, вы зачем пришли? Заказ свой отдать надо. Свой заказ? Не свой, это людей. Так, вы забираете тогда заказ, вот вам его отдают. А мы будем дальше смотреть. Да. Ой, тут еще кто-то пришел. Здрасте. А вас как зовут? Зовут меня Мартин. Я вас просто не вижу, я только вижу ваши руки. И Мартин исчез. Мартин, руки шампуры. А Мартин это кто? Ну, у нас вот делают шашлыки. Мартина, я думаю, мы еще увидим, хотя он очень скромный. Он не появился, и только просунулись руки. Миксер грязный и старый. Тут вообще из дому принес. Это я принесла его. Але чому він брудний? На полке пыль. Сковородка старая, чугунная и грязная. Вся в гаре. Де ж з дому старий непотріб принесли? Остальные сковородки ничуть не лучше. В новое кафе приносить старую посуду – это грех. Особливо такую брудну. На вашу плиту еще взгляну, то я смотрел на кастрюле, да. А вот за плитой вы следите и плиту моете. А плита просто новая, наверное. Ей это как раз и есть. 2 месяца. Еще не встигли ее споганить. И на кухне вы греетесь обогревателем и сверху на него тряпки положили. Сушите? Это полотенце? Нет, это моя тряпочка. А для чего ваша тряпочка, Света? Руки вытирать просто. Это ж старое полотенце, смотрите, тут лезут нитки. Это все остается на руках. Вот смотрите, с него летит. И прилетить приправою до страв. Обогреватель сам грязный. Вон, посмотрите на него. На нему теж готовят? Так, полотенце вот одно вы убрали. Это что? Наволочка какая-то, да? Що ці онучі роблять на кухні? Вот это мокрое. Воняет. Каким-то старым жиром. Вы его принесли? Я знаю, что люди на дачу вытаскивают все старое, что не надо. Света, а вы зачем тянете на кухне старые полотенца? Чистоты брудне ганчір'я не додасть. Эти все тряпки надо выбрасывать. А это что, чья-то кофта еще? Дрантя тут на будь-який смак. Есть где-то нормальное полотенце? Можете показать мне? Вафельное для кухни, подходящее. Они махровые, да? Вот и все. Таким махровым на кухне зась. А это что у вас? Это кружка у нас Наполеон. Крихти не накриті і біля брудного ганчір'я. Мільйон тряпок грязні. Ви їх потрогали руками, залізли в ці крошки для Наполеона. Ну, це не Наполеон, а ужас буде.
Если вы открылись 2 месяца назад, фритюрница выглядит гораздо старше. Ей уже пару лет. И вас сейчас ей никто не мыл? Ну да. Это тоже вы из дому принесли? Это кто принес? Наверное, хозяйка. Вы ей пользуетесь, да? И что в ней делаете? Картошку фри? Да. Она в розетку не включена. А что это такое черное вот здесь? О, так у вас тут, извините, мама, не горюй. Брудно, как на будівництві. Да-да-да. Не да-да-да, а ай-яй-яй. Давайте я включу фритюрницу. Час проверить якість олії. У меня в руках анализатор качества масла. У него есть 3 цвета света. Зеленый цвет. С маслом все в порядке. Я не уверен, что у нас будет зеленый цвет. И красный на этом масле категорически запрещено готовить. Сейчас посмотрим. Сразу красный цвет. Красный свет ему, вашему маслу, его нужно срочно слить. Смажете на такому злочин. Ваша микроволновка, к ней вообще не подступиться. К микроволновке нужно пролазить мимо консервации и фритюрницы. Поддон грязный. Весь у старых засохлых плямах. Внутри немного жира. Но вот поддон надо мыть. За микроволновкой это что за кофта? Это моя телогрейка. А что телогреечка робить на кухне? Тут у вас телогрейка, там у вас висит сумка, я смотрю. Це кухня чи комора? Там еще у вас вещи, да? Да. Прямо на кухне. У вас места для переодевания нету никакого? С подсобки еще нету. Мы только открылись. Но 2 месяца это не только открылись, Света. Это должно быть продумано. Особистым речам на кухне – зась. Давайте я холодильник ваш еще посмотрю. На верхней полке стоят сырые яйца. Рядом с яйцами – маринованные грибы. Даты никакой на этих грибах нет. Похоже на домашнюю консервацию. Жареный лук в пластиковом контейнере. Стикера на этом луке нет. Под ним в стеклянной форме плов. На плове тоже никакой даты нет. А Вадим на щось інше сподівався. Стикеры есть? Нету. Тут же на полке кусок брынзы. Просто в целлофановом кульке. Откуда сулугуни? С рынка. Приїхали. Документы есть? Кто его покупает? Хозяйка. У кого она покупает? Денис. А мало бы. Образование у вас кулинарное? Нет, у меня индустриально-педагогическое. Индустриально-педагогическое? Это кто по специальности? Мастер производственного обучения. Вы, значит, натренированы, чтобы учить других людей, да? Да. Вам хозяйку надо учить. И самой не мешало бы подучиться. Никаких продуктов с рынка быть не может. А если и появляются, то обязательно с накладными. А вдруг у хозяйки, которая делала сулугуни, туберкулез? И все. Будет хачапури с сюрпризом. Называется one-way ticket. Судок не накрыт, в этом сутке оливье. Да, это наше, это мое. Дома. Покушать там. Покушать. Да ешьте на здоровье, но не храните в холодильнике вместе с едой для гостей. Мясо на шашлык, тут еще 2 порции, и все. Больше мяса вообще нет на кухне? А когда оно закончится, что произойдет? Кто-то побежит на рынок? Зачем? Нам привозят или доставят? Как кто привозит? Ребята, которые работают на рынке. Ребята с рынка все-таки везут. Документов тоже на мясо? Почему? Я не видела. Вы не видели? И каким мясом вы гостей пригощаете? Одному Богу відомо. Все, что в этот холодильник попадает, это ваша ответственность. Фарш. Это фарш, да. Он размораживается. Да. И пахнет он кислым. Можете понюхать? Что будете с фаршем делать? Есть? Фу! Непонятно просто, когда его заморозили, в каком он был состоянии. Может, он уже зипсованный? В одном холодильнике у вас молочная продукция, домашняя консервация, сырые яйца, сырое мясо. Полный безлад. У вас не чудо-печь, а на кухне знаете что? Чудо-срач. А теперь в состоянии холодильника. Посмотрите, внизу он весь ржавый. Краска отскакивает. А резинка уплотнителя – это вообще какой-то ад. Посмотрите вот на эту черную грязь. Это, скорее всего, грибок.
Холодильник лише один. І той ніби з помийки. Когда мыли последний раз этот холодильник? Честно говоря, не мыли. Честно говоря, не мыли. 2 месяца, вы говорите, света заведению. 2 месяца, а такое количество грязи. Вам самой не противно вот к нему прикасаться? Конечно, противно. Так а кто его должен мыть? Я. Видите, что у меня с перчаткой происходит? Понимаю. А это потом на ваших руках, вы этими руками готовите. Не соромно? Я еще чистоту на холодильнике гляну. Ну, тут пыль и крошки. Іншого вже й не очікували. Чистота? Это залог здоровья, само собой. Добре, що ви це розумієте. Так, спасибо, що все показали. Пойду что-то выбирать в вашем меню. Кухню мы увидели, а вот здесь сразу и печка. Печь прямо внутри зала в кафе «Чудо-печь». Ну, название это оправдывает, конечно, но ведь сажа-то будет лететь по всему заведению. И у стравы. Печка для хлеба, ее открыть невозможно, потому что шатается стол. Печка так может и упасть. Просто на ноги, смотрите. Открываешь, и все, и полетело. Внутри она еле теплая. Хлеб, если выпекали, то утром. В печке остатки еды. Внизу вот прям огромные куски хлеба. Тут и сыр пригорел. И за этим не следят. Эту печь не моют. Под носом 100 лет. А может и 150. И на таких старезных деко выпекают хлеб? Тут как будто жопой кто-то сидел. Противни сажи в копоти с обеих сторон. А вы давно здесь работаете? Нет, пару дней стажируюсь. Підфартило, одразу на ревізора потрапили. Это у вас хачапури какие-то и хлеб. Вы накрываете все пленкой. Да. Хлеб у вас неплотно накрыт. Грязь на него может запросто нападать. Перший урок для стажера. Самса у вас есть. Со свининой, да? Да, самса свинина. Когда ее сделали? Я думаю, 10. Но точно никто не знает. Я прихожу на 11. И она уже есть. То есть можно гадать только, когда она сделала. Примерно. Были бы стикеры, но довелось бы гадать. Все пирожки со свининой, самса, чебурейки. Знаете, сколько могут продаваться? Сколько? Если они стоят без холодильника, максимум 3 часа. Давайте измерим температуру вот у вашей самсы. Можно мне наш пирометр? Температура 15,2 градуса Цельсия. Температура очень высокая. Если вы говорите, сделали в 10 часов утра, 3 часа уже что? Прошло. И место цей самсі у холодильнику. Отдавайте на кухню. Обязательно на всей этой выпечке должно быть указано время изготовления. Еще один урок для стажера. Ой, стол свободный, вот сюда и сяду. Прям под телевизор с музыкальными клипами. А как вы думаете, что я вам машу, Акса? Или у вас самообслуживание? А вам надо подойти? Да, я ваш гость. Стажування триває. Мне еще нужна книга жалоб и предложений. Сейчас. И куточек споживача, и книга скарг у нему есть. Что порекомендуете? У нас есть бизнес-ланч. Сколько стоит? 45 гривен. 45 гривен. Что в него входит? Рассольник. Каша с подливой, салат с капустой. Вы долго ждать? Минут 10 максимум. Давайте бизнес-ланч. И эспрессо. Хорошо. Окей. Цены в чудо-печи в Обухове. Холодные закуски. Салат казацкий 200 грамм 30 гривен. Первые блюда. Борщ 30 гривен. Суп с фрикадельками 30 гривен. Вторые блюда. Шашлык свиной ошеек. Вес 100 граммов 35 гривен. Картофель фри 20 гривен. Но его лучше не заказывать. Масло вы сами видели. Книга жалоб и предложений. Книга оформлена 12 сентября 2015 года. То есть выходит не 2 месяца кафе работает, а уже полгода. Неправдою відбулись. Как давно вы открылись? 2 месяца. А вы мне сразу принесли? Да. Почему вы мне не спросили, когда я хочу выпить свой кофе? Извините, не знаю. Эх, стажер, стажер. Всегда нужно спрашивать у того гостя, который собирается есть. Ладно, пусть стоит. Спасибо. Первая запись 28 ноября 2015 года. Уже тоже прошло больше, чем 2 месяца. Все очень понравилось. Очень вкусный люля-кебаб, мягкий шашлык. Все приходите сюда есть, вам всегда будут рады.
Руководство на запись никак не отреагировало. В декабре 2015 года, заявление номер 2. Все очень вкусно, свежая еда, все очень чисто, гигиенично, все отлично. Писал реально ребенок. И на запись тоже никак не отреагировали. Руководство книгу жалоб и предложений здесь не читают. Бизнес-начи мне сказали, будут делать 10 минут. Раз у меня есть 10 минут, я успею показать вам интерьер и руки вымою. Столы деревянные, массивные, их тут всего 5 штук. Проверим чистоту стола. Грязи нет. А под столом? Мелкая пыль есть, а жвачек нет. Сижу я на чем-то твердом очень. Такая деревянная лавка, а сверху на нее набросили плед. Так. Крошек никаких на пледе нет. Волос тоже нет. Это хорошо. А лавка чистая. Прямо над головой у меня висит телевизор. На телевизоре пыль. На карнизе жалюзи тоже пыль. На подоконнике дохлый паук. Тоже пыль. Схоже, про баранья тут трапляется рідко. А, это уже и суп, да? Ростоль. Кто вас убирает, Оксан? У нас уборщица приходит каждое утро. Сегодня она была? Да. Где она убирает? И что она убирает? Это я не знаю. Но передавайте ей, что у нее пыль на подоконниках, на телевизоре, на карнизе. Полки вітання від команди ревізора. Интерьер чудо-печи в Обухове напоминает дачную веранду, где поставили стеклопакеты. На потолке деревянные плиты ОСБ. На полу зеленый ковролен лежит на тротуарной плитке. Смотрите, вот прям узор виден. Но пыли, грязи на нем не нахожу. А за ревизором, ну, дуже уважно мангальщик наглядает. Мартин. Да. Вы здесь давно работаете? Да я ж посетитель. Да ну. Здрасте. А вас как зовут? Зовут меня Мартин. А Мартин это кто? У нас вот делают шашлыки. Кто шашлыки жарит? Попросил. А если честно? Ну, честно. Який скромный мангальщик. Да ладно, Мартин, ну мы же-то все знаем. И вы что я скрываете? Я знаю, что вы знаете. Ну вот. Я знаю, что вы знаете. Вы давно здесь работаете? 2 месяца. Там в записях же видно было, когда мы начали работать. В сентябре? Потом закрылись, потом опять открылись. Чего закрывались? Ну, переделка тут. Ремонт делали? Да, ремонт. Печка стояла, как бы не оправдывала. Дыма много, просто разобрались. Поэтому получилось как бы 2 месяца. А что вы там строите? Все время слышен ремонт? Это вот, видите, там труба была, ага, от дымохода. Ну, крыша потекла. И... Сейчас крыша задела. Да. А кто к вас в основном приходит? Кто ваши гости? Да все. Кто хочет вкусно поесть. Вкусно? Да. Но вы, я так понимаю, только за шашлык отвечаете и точно знаете, что там вкусно? В основном из-за шашлыками и ходят. Вы сами откуда? С Армении. Давно уехали из Армении? Я не помню. Значит, давно. Спасибо большое, что все рассказали. Час мыть руки. А где у вас туалет? В туалете просто Африка. Он сделан из пластиковой вагонки, а за теплоту отвечает электрический радиатор. Работает он на полную, в радиаторе пыль. Унитаз. На крышке подтеки. Под крышкой небольшое пятно. На самом сиденье чисто. Под ним протирают, а в труднодоступных местах следы гостей. Сливают унитаз без энтузиазма. Мусор из ведра не выбрасывают. Пакет меняют, но бумаги выше крыши. Туалетная бумага. Странно, что рулон туалетной бумаги почти закончился. Мы ведь находимся в Обухове, а в Обухове туалетной бумаги хоть одним местом жуй. Ёрш. А тут и в... Фу. Це ж кто так завинил? Как этот ёж можно считать чистым? На нем желтизна, он внутри дерьмо. Его никто не моет и не следит за его чистотой. После такого хочется швидше помыть руки. В переливе грязь. На смесителе подтеки. Да, вода только холодная.
мыло домашнее в дозаторе. Увлажняющее крем-мыло. Манговый мусс. Мыло. Кит наплакал. Пахнет химическим ароматом манго. Сушки для рук нет. Когда-то был держатель для мыла. Осталось только крепление на стене. Держатель туалетной бумаги отпал прямо на меня. Это был его коронный номер. Марк, я сделаю. Я вам не сломал, но просто отпало. Я помню. Вы к владельцам имеете какое-то отношение? Раз вы тут и чините, и готовите. Ну, имею отношение. Имеете? Да. Имеете. Ну, оно видно, потому что вы переживаете за это. Ну, что вы говорите, почините. Вентилятор шумит и кричит. Придите ко мне на помощь, потому что... Смотрите, сколько в нем грязи, вон она падает. В раковину упала. В туалете в чудо-печи жарко и грязно. Нужно убирать. На столе у меня уже стоит бизнес-ланч. Надо его пробовать. Оксана, позовете Свету? Света. Я вас слушаю. Я буду при вас пробовать еду сейчас. А, пожалуйста. Итак, порция рассольника. Он у вас густой, с перловкой. Я вижу, вы да, его делаете. Да, я только с перловкой делаю. А вы же не учились на повара. Откуда вы знаете? Потому что знаю. В свои лихие 90-е я вынуждена была стать поваром. Говорите, что? Что я вам хочу сказать про ваш рассольник? Соленые огурцы. Чувствуется, они у вас не разварились, что очень важно в рассольнике. Крупы вы не переложили, тоже очень много. Вы варили бульон с мясом. Суп у вас наваристый. Я вижу в нем и чувствую и морковь, и зелень. И поэтому рассольник у вас вкусный. Спасибо. Итак, это пшеничная крупа с... Подливой. Подливой, как да, да, подлива из филе куриного. Подливу сахар добавляли? Да, обязательно. Многовато. Потому что идет томатная паста, а она кислит немножечко. Сахара меньше можно, потому что получается сладкая каша. Закончу салат? Капуста, масло, зелень? Да. Уксус есть? Да. Сахар есть? Да. Соль? Да. Вы сладкоежка, Света. Сахара, скажите, переборщила, да? Салат сладкий. Вот видите, я даже не ошибся, что взял его последним. Десерт до чаю. Уменьшаем количество сахара. И бизнес-ланч получится очень даже ничего. Спасибо большое. Свет, все это время в чудо-печи прятался кто? Кто? Тайный покупатель. Ага. Идемте и узнаем, обвешивают ли в чудо-печи в Обухове. Лена, привет. Привет, Вадим. Что ты заказала? Я заказала салат лесной и 350 грамм шашлыка из свиного ошейка. Мартин, вы тоже там стоите? Можно вас пригласить? Вы же готовили, тем более, шашлык. Спасибо. Обнуляю тару. Все точно? Нали? И сейчас мы взвесим шашлык, который вы готовили. Сколько ты заказала шашлыка, Лен? 350. 350 граммов. Это вес готового блюда. В чеке, который уже попросила Лена, написано, что шашлыка 350 граммов. Грамм. И шашлыка больше, чем заказано. Сегодня мы увидели, что в чудо-печи в Обухове не обвешивают. Лена, твой счет у меня в руках, я его оплачу. Спасибо, что была нашим тайным покупателем. Где-нибудь еще тайно увидимся. До встречи. Пока. А можно мне мой счет? Мой счет 55 гривен за бизнес-ланч и эспрессо.
Счет тайного покупателя 198 гривен. А у нас нету терминала. Карточки не принимаете? Нет. На двери есть знак, что карточки не принимаете? Где-то пишете об этом? Нет, не пишем. От халепа. У всех карточки есть. Я уверен, у вас самого есть карточка. Да. Ну вот. Очень многие гости приходят, и им было бы удобно рассчитываться картой. Подумайте об этом. Терминал был бы удобным. И, пожалуйста, пока его нет, лучше указать, что карточки не принимаются. Хорошо. Так, за два счета это сколько с меня? 253. Здесь 300 гривен. Спасибо. Спасибо вам. Ну что, это было «Чудо-печь» в Обухове. Я пробовал комплексный обед, взвесил еду тайного покупателя, видел кухню. И сейчас мы с командой посовещаемся. Ревизор проверил кафе «Чудо-печь» в Обухове. Экстерьер. Кафе находится по адресу улица Каштановая, 3Б. Рядом центральный рынок. Интерьер. Незаконченный ремонт. Напоминает дачную веранду с пластиковыми окнами. Потолок подшит прессованной стружкой. На деревянных лавках застелили пледы. Уют здесь пытаются создать с помощью искусственных лиан. Цены. За комплексный обед и эспрессо мы заплатили 55 гривен. Банковские карты здесь не принимают. Обслуживание. Официант Оксана стажируется второй день, и ошибок наделала много. Я пробовал ваш комплексный обед. Рассольник не понравился, но каша с мясной подливой и овощной салат слишком сладкие. Мы взвесили еду. В чудо-печи не обвешивают. Чистота. В зале протирают только столы и лавки. На телевизоре, подоконниках пыль. В туалете грязь в переливе раковины и в унитазе. Вентиляция забита пылью, а ёрш вызывает рвотный рефлекс. На кухне вашего нового кафе, кроме плиты, нет ничего нового и чистого. Микроволновка, фритюрница, холодильник, кастрюли, сковородки грязные. Во фритюрнице вместо масла черная муть. Готовить на таком опасно. В холодильниках нет ни единого стикера и есть все виды нарушений. Неужели вы не знали, что сырое мясо, сырые яйца, молочку и готовую еду категорически нельзя хранить вместе? Вы знали это? Да. На все продукты с рынка должны быть документы. Вы же рискуете здоровьем своих гостей. Чудо-печь. У вас много проблем. И чудо сегодня не случится. Ревизор не рекомендует кафе «Чудо-печь» в Обухове.